Актер поздравил первую жену с 50-летием, но вторую жену это не устраивает. Недавно Дженнифер Энистон исполнилось 50 лет. По этому поводу звезда закатила вечеринку, на которую, в числе прочих, пригласила и бывшего мужа, Брэда Питта. Актер предложение принял, и это стало полной неожиданностью для Анджелины Джоли. В свое время Питт бросил Дженнифер ради бурного романа, и в конечном итоге, неудачного брака, с Анджелиной. Но если с Джоли у него не складываются дружеские отношения после развода, то с Энистон, все наоборот. Звезда Малефисенты была шокирована и расстроена тем, что бывший муж навестил Дженнифер. Она знала, что они возобновили общение, но не догадывалась, что оно стало таким тесным. «Это вызывает много тяжелых эмоций у Анджелины», — сообщил источник изданию Hollywood Life. По-видимому, актриса старается не показывать своей обиды. Вскоре после юбилея Энистон Джоли была замечена во время ужина в ресторане с подругой. Две женщины обнялись на прощание. Анджелина улыбалась, но ее спутница выглядела так, будто старается поддержать свою подругу.